А сейчас вашему вниманию обладатель персонального приза Алины Кабаевой за артистичность, бронзовый призер чемпионата мира Алия Гараева, Азербайджан. Естественно, танец восточный. Встречаем Алию Гараеву с восточным танцем. Не знаю, насколько приложила руку Ирина Зиновка к этой композиции. Или это Алия со своим тренером Динарой Гнематовой делали? Ну, конечно, в первую очередь это Алия. Вот, и, конечно, Динара, как восточные женщины, они все это знают прекрасно. Шамаханская царица. Удостоена Алия персонального приза за артистичность от Алины Кабаевой. Я думаю, что по праву она будет обладает всеми, да, качествами, да. Алия, бесспорно. Молодцы, что даже показательные выступления включают элементы экстра-класса. Конечно, это же зрители любят эти элементы и ждут их. Алия Гараева. Как ей идет восточный костюм, просто необыкновенно. Это на бис. Да. Это на бис и на заметку, быть может, хореографу-постановщику. Побольше не может хочет, быть, уходить, не хочет уходить. Алия, ей очень нравится. Молодец. Молодец, Алия. Настоящий такой шоу нам продемонстрировала.